Давайте, ребят. Сандус, съебись с дороги. Тишину поймай. Мы не торопимся, все равно будем ожидать. Там водила на батарее, это урод. Ты ведешь меня по карте? Да, сейчас будет штаб, вот штаб проезжаю. Угу. Заправку прошли, здесь тормозим? Да. Нет, дальше, нет. Сейчас будет поворот налево, вот перед этими зданиями надо становиться, перед ними. Спешились. Под дома поджали, зажались. Кто дальше проскочил, блядь? Чё за дурак? Все, под забор сели, никуда не выпрямимся. Волт на выставке, прием. Волт, ожидайте пока. Принято. Бег, мне на тебя метка не нужна. Все, сидим, ждем, курим. Яфок. Ра, начинаешь на своей метке подвижение потихонечку? Принято. Завой ядку жилой АФК. Слушайте меня, ведь... Видим врага, блядь, наводим миномет, он стоит сзади нас, на метке штаба и работает. Товарищ Микки, ебан там устраивает в штанах. Подкинуть хотел наркоту. Да, я ж подметил, мужики, ебаный, на песочном лундаке, просто по нашей рамке. Так мы же ехали из центра. У тебя есть, да, труба? Блядь, ну надо ставить метка на карте, ебаный в рот. Арки, у вас все, машины минус? Но у нас... Давай, прям спиной к стене. Да, мы ранены, пиздец. Медики, латайте быстрее, РМ. Кстати, вот эти черные зоны, куда нельзя заходить, они отмечены этими флажками мелкими. Если внимательно посмотрите, их видно. Типа как минное поле. Но мы на них не попадем, забейте. Ну, блядь, ты не попадешь. А РМ на метке ожидания. Какой скандал. Раненый. Это его трудности. Давай говно подтирать не будем друг за другом. Какие у вас потери есть, нет? Ну, у нас 1-300. Харкил рулит, я... У вас машина есть или нет? Вам машина нужна? Да, нам нужна машина медиков. А чтоб ехать? Своя на ходу машина? Своя, да. Все, принял, хорошо. Розовый на своей. Сейчас медики вас быстренько подлатают, подъезжают далеко. Я оставлю только на ближайших, то что там супер далеко от нас, вообще похуй. Желтый крест поставьте, куда ехать. А РМ Талибы метка. РМ, ты на что извини? Свои приехали, высадились, круто. А вы начинаете потихоньку движение на своей метку ВП-1? Принято. Начинаем движение на... Расползитесь, и кучкой не бежите, не бегите. С восточной стороны, блядь, по канаве переходим, блядь, и пошли. Вдоль дороги двигаемся на юг.
Ребят, как по прибытию приедете на своей месте, моей метке зеленой можете тихонечку ударить. Бега дошел. Догонит. Все, на юг пошли по канаве. Расползлись пошире друг от друга. Меня не ждем, двигаемся до метки ВП-1. На карте все метку видят. Аксей, вашу метку вижу. Оптика идет сзади, и РПГ идет сзади. Помощники там, блядь, и все остальное. Все вперед. Передайте автоинформацию, если слышите. Оптика, как будешь видеть, ВП-1, занимайте позицию, просматривайте. Антенна, стойте? Да, да, приехали, высадились, двигаемся. Если там боксы говорят через вас, может, я их плохо слышу, возможно. Мы выдвижемся, да, с места высадки, да, 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 да. Еще раз, что передать? О, на юге. А, шишек с собой тянет. Нет. Вам КС передал, чтоб сильно не торопились. Принял. Пошире, пошире. Привет, они тебя слышат, факты. Принял, спасибо. Саварис, мне на тебя метка не нужна. Кто там с оптикой в гору лезет? Чуть ниже спускайся. Я чуть выше иду, чуть-чуть выше. Не лезь сильно высоко. Не, высоко не пойду. ВП-1, переходите на зеленый, хорошо? Впереди свои есть, Антон? ВП-1, нет. По 66-й проскочил и туда. Метки ставят розовыми. Харкин, что вам, помощь оказывает? Нет, еще медики не приехали сейчас. На западе на своих метках стоят, но там актуально или не актуально, не могу ничего сказать. Да медики уж что-то не отвечают, блядь. А-а-а. Слева от нас СВГ и Гунды. Харкил на дальние, медики приедут? Да, я с Вагаряном. Медики не отвечают. Партизанов, мы вас оставашиваемся? Докладывает РА, прибыли на ВП. РА, закрепитесь пока что и смотрите на северо-восток аккуратно. Шаг, старайтесь. Газбек, догоняешь? Да, я уже первый. Да, все понял. Пулемет тоже вперед, не торопись, подотстань, миляньки. Так же, как и РПГ. Все остальные вперед. Стоп. Алды с метки ВП-1 по БТРу работает, что-то техника из горы. Гранат выкин, отойди. Нет, по БТРу, которая на горе стоит. А, чей там этот, раш на БТР? Кто, блядь, стреляет? Ребят, даем метку, где приблизительно. Раш, кто вас там прицепит? Он там на берег сейчас. Ой, раш, что тихо. Так, слева там за дорогой наши парни откатываются, аккуратно. А ты вам спокойно? Дал метку. Поставил метку в ДВ, прием. Алки на связи? На связи. Санта, у вас там должен быть один медик, ваш там поставили. Есть такой. Надо отправить его на метку медики. Западнее вас находится. Поставь, не вижу метку, желтым ебаните. Ага, вижу, принял. Но он без машины, он пешком, командир. Пацаны, он не добежит никогда. На связь. Я приеду за ним, дай на него метку. Командир, моя метка людей. Актуальна. Уводи, так, ребят, трон. Пощади матерей. За тобой сейчас. ДВ-2. Смена ДВ-2. Ребят, друг, рот закрой. Иди к нам, Аллах на нашей стороне. ДВ-2.
ДВ-2. Дружище, мы вас всех убьем, лобы в бочке понапихаем. Алды. Он, ждешь здесь, за тобой сейчас приедет машина, блядь, какая-то, блядь. Тебя погрузят и повезут нахуй там, где нужны медики. Громко, что у тебя там сгорит, я не понял. Оптика, блядь, снайпер и этот юго-запад. Метка Олд Санта стоит ДШК. Я уже поднялся выше, смотрю по повороту. Давайте миномет тоже закажем. Миномет на связи. Поставил метку, поставил прием. Санта, будь добр поставить метку на медика, я к нему приеду, я не вижу твоего. Стою желтый. Маленький, блядь, блокпостик у скалы. Санта, цель 1-3. Это вроде оттуда вилягай. По левую сторону нашего движения. По левую сторону. Дал метку. Все, вижу, еду за медиком. Ну, там метчик. Все, ждешь здесь, Трон, по сейчас приедет машина. Вопрос, Санта, синяя или коричневая Ломанов, черный Романов? Черный Ломанов работает, черный Ломанов. Двигатель не продвигайтесь, задержитесь пока. Трон, назад, ушел, назад, оттягивайся, бегом. А ты спокойно все у вас? Да, спокойно. Максим, у вас спокойно все? Санта, вот сюда на метку смещусь. Назад, назад, все назад, назад отходим назад, блядь. 50 метров назад миномет вызвали. Сейчас будет бить, бля, хуй пойми, куда он сведет. Чтоб по нам не уебал. Кто-то чуть выше, кто оставался, с оптикой корректируй миномет. Мне нужно понять, куда прилет приходит. Хорошо. Майонез ушел оттуда. Миномет будет бить, бля, сейчас на мою синюю метку. Ми 8 фоксов на ДВ. Миномет, прием. Ты проколочишь туда и потом бей на перекресток фалар. Даю метку. Санта, корректируй его, Кто это выстрел? Снайпер. Двое нет. Я стрелял. Случайно, что ли, или что? Нет. Цель 2 приняли. Все, закрепились. По склону, там наши бегают открыто. Хорошо. Никто дальше не двигается. Это хуй куда-то съебался, я не знаю. Мне кажется, что это был, короче, Ландак М2 или что-то с об этом духе. Потому что трассеры были не красного цвета. Миномет, прием. Сводись на цель 2 сразу. Надись на цель 2. Как принял? Скорее всего, он уже просто на этой машине съебался куда-то. Да, переводись на цель 2. А впереди вижу. Есть свои впереди. Блин, тут не надо уже. А цель 2 надо. Бля, в твоем случае. Цель 2 работает. Цель 2 переводим. 160, дай зиму. Че за газ? Вражеский. Ушли в камни, прижались под камни, да, никто ебалом не торгует, кучу не сидит. Да, уже разобрались. АТГ, вы высадку 75-х-то посмотрите, а то вы что-то южнее пошли. Нет, нормально 75-й, пускай... Никто никуда не торопится, сидим. А, да, да, супер. Партизан на связи? На своих нет, куда. Да, ты нахрен бежишь, да? Никуда не бегаешь, ну. Тут СВГ еще бегаю. Факсы вышли, ну давай. Метку кинул, самолет. Ага, принял. Дублирую ДВ. СВГ, парни, принимайте метки, дублирую вам тоже. Принял. Казбек, мне не нужна на тебя метка. Машина едет за тобой. Стой, Ландак, стой, медик тебя бежит. Ебать, стой, он стой. Важный. Ну быстрее беги. Самар на связи? Самар на связи. Тихонечку продвигайте по восточному склону и помогайте алдам работать. Ждем миномет, как это работает. А ты как заняли позицию? Минус, это чувак, Мазик, ДРГ, живой? Где находится именно медицинский? Майонез. Убил. Пору. Я потерял, все, нету ее. У тебя там минус кто-то валяется.
каком районе она потерялась? Скажи, пожалуйста. Нам поднялся упор, блядь. А, метка черная, дрон, скорее всего, может, даже ее сожгли, я думаю. Харкил, вам. Молодцы, внимательно. Нам нужно все. Там хуёво всем быть. Медицинские вертушки, обе восьмерки, в принципе, если куда-нибудь выберете, то можно хотя бы зашить вас. Я могу просто перевести всех в Росман, как на это смотрит. На аэродром. Тихо. Слушай, замечательно, мы тебя подлатаем. Миномет, что там? Все, еду в Росман. Я не могу, он открыт, у меня ивер. Об север еще стрелял. Понял, принял. Ой, да, сюда. С собой возьмите, чтоб аптечки сделал. Уже взял. Бля, это наш триггер, если они закрывают. Комар, сильно не гони, сильно не торопить. Эра находится на метке, ожидаем приказа. Парни, СВГ, туда миномет будет бить, смотри, чтобы вас не уебал. Лучше подошли. Да, просто контролируйте, смотрите позиции на юго-востоке, просматривайте потом. Там похуй, что там происходит с этими СВГшниками, там отлетело, подлетело, подпрыгнуло. Не надо в КВ говорить. Панта, у вас потери есть, нету? Нет, ЛД нет потерь. Ну, продвигайтесь тогда. Блин, мы ждем миномет, мы его вызвали, он сводится. Я. Чего его не вижу? За деревьями, да. Возможно. Да ебаный бурзин. Этот поднялся, блядь, слабо, здоровье. Усовай. Да. Вот. На западе зеленую высадки АТГ. Принял, помогаем. Смотрите, там запад свои были. Вижу, кто-то лежит, блядь, на горе. Прямо на макушке, блядь, человек. Тут наших 5 человек вокруг шашиги. Тут свои. Двое убитых, двое живых. Кто? Кто? А, кто докладывает? Это снайпер докладывает. Тут бочка. А, около шишиги свои, да? Два пеха. Дал метку вам, два пеха. Выбитая шишига, два пеха, 5 труп. Миномет готовы. Два пеха своих, что ли? Приняли, работы будем корректировать, если увидим. Я Санта спрашиваю, на южной метке два пеха своих? На западе это, да. Ну, стоит метка же. Там выбитая шишига, у нее два своих пеха. Розовые метки, но не синие же. Завариваться на моей метке, когда на юге там дымы. Санта 5 ушло, ждем корректировки. Ждем прилета, принял. Ждем прилета, ждем корректировки. Миномет. Кто увидит, ставьте метку, куда бьет. ГБш наш, потом мама. Хардкил связь. Да хуй его знает. Да, через дорогу ГБ. Ты нормально пока? Да, мы едем в Росман. Ждите разрывы от миномета. Дым кинули, чтоб там ориентир был издалека. От миномета где-то бухал, но очень далеко. Это были выстрелы сейчас, прилет еще. Вот прилет пошел. Раз, два, не вижу. За горой. Далеко, далеко, ближе надо, ближе. Далеко, миномет, далеко, надо ближе. Ближе, столько ближе. 200 ближе и левее. 200 ближе и левее, 50. 200 ближе, левее, 50 принято. А ты где на дальней? Все, 200 ближе, левее, 50 даем. Пока да. ТГ, продвигайтесь на свою метку высадки потихонечку. РМ, партизан на дальней? Да. Как, спокойно? Сидим, ничего не делаем. Времени дохуя, лучше поиграем, чем в лоб сидим. Сейчас там вон воины навоюются, блядь, вот эти на горе, которые на востоке. Я вообще не понимаю, пока мы не стреляют. А дымам, там дымам кто-то шевелит. Скай стреляют, забейте, не вникайте. А все чисто, спокойно, факт. Я говорю, лучше поиграем, чем в лобби посидим. Лоба, более-менее, надо еще ближе. Хорошо, еще ближе, 50 бы. Просто они без оптики, куда еще они там стреляют, блядь. Да. Успокойтесь, все, тихо. Да, Фокс, я так понимаю, Люч? Сейчас ближе 50 еще попросил. Смотрим. Спуститесь по одному пеху в Гарсар, не получится у вас что ли? На метку отделения по одному пеху спускайтесь тихонько. Санта, вопрос, ты по дыму корректировку даешь? Или по АГСу? Нет, по взрывам, по разрывам по твоим. По разрывам, блин.
ближе 100, ближе 50 только, правильно? Да, понимаю? Да, 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 да. Повтори еще раз. Спускайтесь по одному пеху потихонечку в гармсар. Рейтер. Мне надо этот мазик, если что, по сторонам света. Восточнее, западнее, южнее, севернее, блядь. Не 50, так далее. По миномету, если видишь, наблюдаю. Все жди, они переводятся. 50, да, езжайте на свою метку высадки. Еще раз говорю, своя метка высадки. 70. Бля, мне камень засосал, ребята, кто-то. На метке. Сейчас выстрел дам, на метке. Мазик, ты? Да-да, вот, на выстреле. Камень засосал. Блядь, говорю, камень засосал. Миномет 3, а, да ты вылез, нормально. Хочешь, еще давай, еще. Во, все, вышел. Не лезь. Корректируй. Цело, нормально? Ландак, ландак, ландак. Сейчас поставлю, ландак поставлю. Куда я? Ну, уезжает или что? Да-да, уезжает, уезжает. Ну вот это тот ландак сад ваш. Распознать, короче. Хорошо, смотрите, там на востоке от нас больше никого нет. Быстрее, где, куда уезжает, где он? Поставил, уехала на восток, по этой дороге. Нет, нет. Я не вижу, куда ты поставил. Он далеко, южнее, далеко. Южнее твоих меток. Уехал на восток. Фаларию. Санта на связи? Чуваки там сидели. Чтобы да, он... принял. Он сейчас будет налево, наверное, на гору заходить, я оттуда пробую. А что ебашь? Секунду. Так, еще раз повтори. Цель 3, севернее. Актуально, можем ее обстрелять? Да, нет, только в цель 2 работаю, только в фалар только в прием. 2. Да, все прием. Остальное убираем. Ландак, смотрите, поехал с фалара на восток, скорее если, всего, ребят, будет проезжать, объезжать эту, блядь, ну, овал. На восток уходит ландак из фалара по дороге. Говорит, ДВ-3, кем ДВ-3? Принято. Бля, прикинь, он поднялся двоих, ДВ-3. Убил, ебанулся, блядь. Миномет приняли ДВ-3. Всем ДВ-3, повторяю, штаб говорит ДВ-3. Как приняли прием? Ландак уходит из фалара на восток. На восток ландак принят. Плюс 10 мин по цели 2 пошли. Принято, мы продвигаемся вперед. Он, короче, стреляет. Медленно вперед пошли. Там вряд ли враг есть, они, скорее всего, ебнули. Надо ждать их спускаемся, слева, они сейчас слева. Спускаемся ниже. Если есть возможность, дай корректировку. Принял. Двигаюсь, но если буду, смогу свистнуть. Принял, мы думаем, в конце кинем, чтобы точно можно. Хорошо. Разрывы миномета вижу. Смотри, тихо. Сейчас миномет будет стрелять, в конечном он даст дымом один, блядь, и сориентируем. Все, двигаемся вперед на юг. Вдоль дороги ниже спускаемся, наверх никто не поднимается. Вперед, пошли, пошли, меня не ждать. Восток это не триггер, прием. То есть Калина не оно? Калина не оно, еще раз говорю, Калина не оно. Калина не оно. Либо Приора, либо будет этот, блядь, Веста, либо Гранта. Все, пошли, пошли. Мазик, разрывы видишь? Вижу, почти туда. Падает, ну пускай, он ближе нас будет уже. Нормально? Ну, блядь, куда падает-то? Плюс-минус там же почти, но чуть ближе, да. Ну, фалар попадает он. Хуй да, я отошел, ну примерно. Сейчас поставлю, где падает. Давай. Да, попадает чуть севернее фалара, да, где-то так. Миномет, чуть севернее фалара бьешь, все хорошо, отработал, мы подходим, прием. Принято, принято. Дымами дополнить? Нет, пока не надо. Оптика, занимаете скалу 160, блядь, бронзы и савариус, начинаете просматривать, что за холмом. Тяжелое вооружение, пулеметы, РПГ идет в самом конце, блядь, все остальные помощники, стрелки и прочее, двигайтесь. Двигаемся, прием. Бочка живой? Да. Двигайся тоже. Ага. У нас потерь нет, правильно понимаю? Нет, среди наших нет. Thank you.
пока что на своих метках ожидания ждать. Смотри, что, блядь, за шишига на дороге с трупами? Это кто, блядь? Это наши там, блядь. Долбоёбы. Ну, сорян. У нас две шишиги, которые ехали, их всех разъебали. Цены там, походу, перепутали этот высадку или чё, блядь. И тянитесь к отелю навстречу, метки на себя видите, хорошо? Так и в жизни, блядь. Санта поставил 66-й газ на дороге, трупы наши лежат. Не знаю, кто это и что они тут делали. Не могу сказать. Эти, еще блядь, не дошел. Кстати, на ландаке слева появится 100%. Если вдруг окажется живая, то вашего медика надо будет на эту шашигу подсадить, чтобы он мог нормально медпомощь. Их уже отлутали, кстати. Подходите к машине, там лутать нехуй, кстати. Ничего, да, рядом камень. Да, шашига живая, прием на мед. Мужики, секунду, пожалуйста, кнопку. Еще раз говорю, мельком смотрите камин. У вас направо ко мне, кстати, были дымы, так что аккуратно там, блядь. Вы зря там не чекнули, все, или чекнули. Я по камням право иду. Если мы сейчас поймем, будет беда. Все, мальчик, тихо. Здесь труп здесь лежит. Чей? Врага. Врага? Да-да, на бронзе. Прямо вот камни перед нами, которые стоят на этот 180, подходим, закрепляемся. Зачищайте эти камни. Дымы где видите? В дымы заходим, зачищаем, смотрим, закрепляемся. Миномет ответь. По связи штаб. У нас дефицит линеек. Есть возможность одну дать? Близко находимся. Поднесут. Нашел ДВшку вражескую, тишина на ней. Там сдвинулись, потому что на нашу выходили уже. Левый дом отчекаю, если что, я тут. Открою тебя. Оптика, занимайте позицию чуть-чуть этот юго-западнее, 200-220 с высотки, просматриваем фалар. Тяжелое вооружение закрепляется в камнях, также смотрите фалар. Все остальные потихонечку заходите, фалар проверяйте, смотрим каждый дом. Актуальный, потеряли двух человек. Принял, выдвигайте. Дом чисто. Принял. Все, меня не ждать, зашли фалар, проверили фалар, ничего не это. Дальше не уходим, блядь. Казбек, мне не нужна на тебя метка, еще раз говорю, не ставь, пожалуйста. А для себя куда ставить? Да не надо никуда для себя самый ставить. Правый, я тебе ставлю метку, где ты есть. От нее ориентируйся плюс-минус. Парни, внимательно максимально, блядь. РПГ, пулемет, занимайте высотки, это оптика, занимайте высотки, все, у кого нету, все заходим в фалар, смотрим дома. Не торопясь. Высотки, наблюдай город. Все, просматриваю. Любое движение сразу. Пока никого. А у вас АГС может дотянуться до шахты? У нас АГС поврежден, сейчас будем его вытаскивать. Все, машинка с АГСом повреждена, будем сейчас бетером вытаскивать. СВГ живые? Сколько вас там осталось? 5. Понял, принял. СПГ с запада, прием, полдам. Полдам с запада СПГ. Идите на все ныряйте, сейчас будет. А Дронга на дальний? Дронга на дальний. Она за поворотом, от фалара ниже, южнее. Где? Мне показалось с запада. Да, цель 5, принял, цель 5, оттуда СПГ. Мне показалось отсюда, но это не точно. Да нет, он с юга, по-моему, хуярит. Поставил метку на СПГ, закрепились, блядь, ушли, не вылазим нахуй, под на восток вообще никто. На восток никто не выходит. Вот это что работает? Прижались к западному склону, блядь, в город не входить, из города закрепиться нахуй и не высовываться, блядь, на... Отель,
Цель 5, работайте, пожалуйста. СПГ хуярит. Наводим, наводим, наводим. Т-24, поднимайтесь в воздух и корректируйте с партизаном взаимодействие. Прижались к западной скале, блядь, в город не заходить, на восточную скалу вообще не реагировать. Вижу труп. Близко не подлетайте, тишина. Они там бегают, там отделение. Тишина. Бронза, живой? Живой, живой. Савариус. Да. Рубероид. Живой. Флойд. Жив. Скандал. Скандал, да. Мазик, проверяй свои. Свои, живой, бочка. Да, я жив, я вижу там отделение целое бегает, там есть тебе до спамера. Туда сводится миномет, прием. Все, не вылазьте, ебалом не торгуем, бля. Кто-то по возможности, кто смотрите и корректируйте прилет миномета. Сидим. Бавкин живой? Бавкин живой. Казбек? Да. А ты пехот на дальний? На дальний. Бля, как он там живет сверху, бедолага, бля. Я сейчас вам задачу, потому что, возможно, я отъеду, вас слышать не буду. Как это не по вам? Нет, это по восточному. Ой, бля, минус он, да? На выставке РМ, этот СПН, который оранжевый, мягкий РМ СПН приняли? Нет, живой вроде сидит. Да, живой, да, живой. Ладно, СПГ сами разберут. Пока миномет не будет работать, мы ничего не можем сделать. Где? Санта 5 мин, цель 5 пошла. Принял, корректируем. Кто видит разрывы? Будет дым. Если не увидите разрывы, он кинет дым. На связи, прием. Мы вернули твоего медика, он сейчас прибежит к тебе с ботсама. Хорошо, принял. Наверное, он СВГ нужен, там их хуярит с СПГ, пизда просто. Но это уже сильно КВ, мы уехали. Понял. СВГ слышали, да? Да слышали, видимо, СПГ загоняемого. Что Санта там по разрыву? Сильно не высовывайтесь на него, не высовывайтесь, потери. Мины полетели. Мины полетели, ждите, смотрите, наблюдайте. Я не вижу, не могу корректировать. Бочка, если видишь, корректируй. Да, вижу, я. Будет 5 прилетов, а потом дым прилетит, чтобы корректировать. Цели не удаляют, потому что мы иногда их восстанавливать имеем возможность. Нет, пошел в разрыв. Принято. Не вижу, оно где-то хлопает. Не видим, сильно не видим прилетов. Сильно южнее, сильно южнее бьет. Да, юго-запад вообще сильно, сильно. Все, перекорректирую. Нет, вижу всплеск. Куда? Чуть-чуть вперед. Стоп. Чуть южнее, по метру 75. Южнее? То есть он севернее бьет? Куда бьет? Да, секунду. Надо южнее, метров 70-80. 70-80 метров южнее надо ударить. И чуть-чуть, буквально ударить чуть-чуть южнее, восточнее метров 50. 50 восточнее, южнее 70. Принято. Ожидаем. 50 восточнее, южнее 70. Саша, чтобы мы с тобой не путали, ты имеешь в виду, видишь разрыв 50 восточный, да, правильно? Да, тебе надо, понял, нет. Мне надо северный. Нет, тебе надо свестись южнее 70, восточнее 50. Ну, я разрыв вижу, у тебя недолет. А ты, Финистер, на связи? Поставь, где был разрыв, если ты видишь, куда он кидал. Сейчас. Мы талибы. Да. Санта, Самаре. На связи. Они СПГ сняли, перетаскивают. Понял, принял, уходит. Цель 5 уходит. Ра-пехота на связи? Ра-пехота на связи? Вот туда где-то упала. Да. Они СПГ собирают. Продвигайтесь на шахте, прям распаститесь. Дронго, прием. Прилет твой первый. Подрови, попробуй. Второй. Они не смогут собрать. Как принял? Принял. Но сейчас мы уже скорректировали, дадим очередь. Ну они уходят с СПГ, кидай сильно чистите город, заходите в город. Все остальные смотрят город, блядь. СПГ снимают, они уходят с этой высотки. Держимся западнее, проходим. Проходим, чистим город, проверяем дома. Там наверху свои стреляют, не обращайте внимания. Поставил метку от вас западнее. Они пытаются согнать. Да, они бросили идею собирать СПГ, попрятались там, но их там человек 4. Стоп, повтори информацию для вас. Понял. Чистим город. Смотрите, вы пока что встречаетесь... Оптика и тяжелое вооружение, подтягиваемся ближе. Оптика наблюдает сверху город. Чуть-чуть ближе, подтягиваемся. Оранжевые, Ломанов РМ.
Миномет с ворогом, да, собственно. Сейчас хорошо упало, сейчас упало хорошо. Принято хорошо, но мы уже свернулись. Дополнить не сможем. Дал метку, куда падает. Не вижу еще раз. Ага. Ага, вижу. Чуть-чуть буквально, чуть-чуть, метров 15-20. Да все, все. Все. Сгорело, попало туда что-то. Миномет, ты выбил там что-то. Что-то выебали, миномет приняли. Молодцы. Оптика, проходим, протягиваем. Что ты говоришь? Дальше. В конце города оптика высотку занимает, тяжелое вооружение под скалами внизу у дороги, блядь. Вся пехота через город прошла. Этот майонез живой? Живой. Бочка протягивайте тоже вперед, проходите в город. Скажи мне, намету, пусть кинет чуть-чуть восточнее еще. Он все, он перевелся, он не может. Блядь. Там СПГ. Сейчас надо ФКшницу прям минуту. Давайте. Ну что, в конце города закрепляемся. Я посередине, пока что на верхушке. Принято. Ориентир, указатель Фалара, выход из города. У него, блядь, тут в этих, в камешках, блядь, в рельефе. Последние дома по городу, кто идет. На юг. Миномет скорректировали, миномет поработал. Да, но СПГ там целая еще стоит. Ну что там? Технику их не выбил, там, скорее всего, может, выстрелы были в те... Ну, хуй знает. Эра продвигаться? Эра, говорит. Да-да-да, продвигайтесь. Пока там шахты затушены, двигайтесь. Принято. Только пехота, без БТР, без АГС, только пехота. Бочка, подтягивайся, Казбек, блядь. Алды, на дальний? На дальний прием. Почему я такой? Тормозите, не гоните сильно. Все, мы стали, закрепились. Казбек, самая правая метка, можешь ставить, там никто не видит. Метка актуальная. Шкала, блядь. Да, все, жду вас на выходе. Тяжелые пулеметы эти вниз под дорогу, блядь. Оптика наверх по хребту. Подвигайтесь на ВП-3. Пытайтесь на ВП-3 пройти. Кто работает? Да, не пытался теоретически, блядь, живы. СПГ работает. Я говорил, что он целый. СПГ опять начал работать с СТЛ-5. Отправьте двух пехов, пускай он отъебет этот СПГ там на шахтах. Двух прям четко. Бронза, Савариус, идите, цель 5, моя метка СПГ, уебите там всех нахуй. Принял, отправил двух. Как понял, что? Метка моя стоит СПГ. Идите, убейте. Не надо подходить в упор там или еще что-то, блядь. Сдалека пришли, отъебали их нахер. СПГ в жопу засунули и пришли к нам обратно. Мы здесь. Принял, Савариус, на запад поднимаюсь. Все, два пех пошли на метку, прием. Все, закрепились, прижались под западный склон. Остальные все, и ждем. В черную не зайди. Тебе по низине проще пройти, вот с Фалара прям 240 поднимаешь, он тебя нихуя не видит. Подходишь прям в упор, блядь. Самара, связь? Да, связь. У меня двое пошли на этот, не убейте их. Да, принял, предупредил своих. Нет, то ли вы разобрали, я не вижу СПГ. Бочки там удали свои метки. Стоит. СПГ, я с него шугнул. Сейчас, если отвечать не буду, значит труп. Здесь лысая гора, нам пизда сейчас будет. Спокойно, это я. Не надо это гусарить там. Там надо пошугать их, пострелять, блядь, и не надо. Я уже шугнул. Сказали, блядь, надо убить. Ну там прям, блядь, так, чтобы вы выжили. Санта Самаря. На связи. А, этот СПГшник от СПГ находится восточнее в камнях. Принял. От СПГ СПГшник в камнях восточнее, 20 метров. И где-то нас надо на следующую ТВ уходить. Понял, принял, делаем перепуск. Уходим. Так, кто у нас под... ДВ следующее. ДВ-4. Ском, сюда кто-то поднялся. Алды, ДВ. СВГ надо. Поднимаемся, идем за ними. Даю метки, но двух пехов обходит.
Татарин, поднимись чуть-чуть выше. Татарин, поднимись чуть-чуть выше, блядь, чтобы у меня связь была, если меня не будут слышно пацанам, которые ушли за СПГ, блядь, будешь дублировать. Потому что теряю их из-за хребта. Понял, принял, догоняй нас. Мы на выходе из города у указателя. Полар. Я уже с вами. Молодец. Татарин, блядь. Сидим, ждем. Блядь, что тут за пиху? Какая? Свои, у нас против нас талибы. Свои идут трое. Где? Подходят к бронзе. Бронза живой? Живой пока. Где какие трое? Два РПГшника идут и еще кто-то. Где? Откуда, блядь? Да с нашей же стороны они сзади шли. Там они параллельно нам идут. Там еще снайпер прошел правее нас. Не лезьте, пускай они идут тогда. Сижу за камнем. Как услышите, по ним стреляют, уже понятно, где враг будет вам. Да, пропускайте их вперед. Ну, враг у бункера сидит там, СПГ рядом слева от бункера. От нас есть. 20 метров, блядь. На СПГ. Просто пройти не может. Вы не можете, на СПГ точная. На УАЗике. Продублировал его метку на СПГ еще. Нам продолжать движение. На востоке, далеко. Савальус живой? Да. Где твоя актуальная метка? Та же? СПГ на дальний. СПГ на дальний. Я на вас дублирую. Ну, более-менее нормально, с этим СПГ постреляю, входим в сторону ВП-3. На актуальном нахожусь. Давайте потихонечку, мужики, надо СПГ прочухать, и чтобы мы продвигались. Штапл. Подхожу потихоньку. Алды. Алды поставили зеленый перекресток. Займем дальше. Вижу, бег на 50 с горы спускается. Бочка живой? Так, пошли вдоль дороги, все, кто есть, дальше на юг. Моя зеленая метка стоит на перекрестке. Меня не ждать, двигайтесь до нее, занимайте перекресток. Медик последний, РПГ пулемет последний. И остальные вперед. Подхожу. Надаль. Принял. А как свой приказ ТС двигаться навстречу АТ? Пошире. Вот это что работает? Это враг. Враг запад. Бочка, откуда может? Слышу. Бронза. Слышу, не вижу. Здесь на метке, на актуальной, прям под бункером. Убит. Все, проходим. Что за снайпер? Он не работает. Бункера одиночными. Проходим дальше, пехота. Бронзу с Авариусом не трогаем, все остальные дальше. Дронга на дальний? Да, проверка, да, дронга на дальний. Это, вам не сейчас взяли.
Я не стреляю, но это стреляет в бункер. Понял тебя. Штаб. Вижу горящую шишигу или что-то такое. Бочка живой? Бочка ранен. Бочка? Проверь его, он кричал ранен. Проверь, найди я его. Я хуй знаю, где он. Вот я бочку нашел, это наш снайпер умер. Забери тогда это сюда. По-моему. Что за вооружение-то? У меня ПК. Блять, нет. А ПК это еще хуй. Ну хотя ладно, забираю. Нет, поправка штаб. БТР живой, он находится ну, в Южне. Ну, так бы я на самом деле еще попросил кого-нибудь помочь. У него в сумке РПГ, 2 РПГ-18. Он даже бронза. По нам разводит, не попасть. Откуда издалека? Не слышишь? Нет, сколько можно туда расходиться? Есть смысл? По нам пулемет работает, не могу понять. Что? Я слышу. Я понял, издалека откуда? Трон, нет, убирай свою сторону. Принял секунду, оказывал помощь. Ранний кто есть? 6-3 принял, переводим. Эра, доклад. Эра, я бы Эра, докладывает, результаты огнем двигаться не может. Левее! АГС-а нету. Цель 2, там еще одна РПГ. На одно дымится, другое живое. На дальний прием. Спускайтесь вниз, если СПГ, он вас сейчас разъебет. Тихо, еще раз, тихо. Нет, нет, их ебут там, блядь, жестоко. Подниматься наверх? Да, да, да. Принял. Все, идем все к бронзе, блядь. Все поднимаемся наверх. На запад. Все. Бронза живет. Мы понимаем. Идем. Идем к вам. Мы на ВП-3 противника оттуда выгнали. Ищите маршрут и поднимайтесь. Зачищаем шахты. Прием. Парни, не торопитесь, ждите нас, мы будем покабить. Одному лучше, сейчас если СПГ уебет, хотя бы это, блядь, не все. Второй шахты, хуяк, шахты, второй шахты. Проверяй шахты, прием. Какие нахуй шахты, что ты? Карту открой, посмотри, у тебя западней. Написано шахты. Как принялся? Черную этот не зайдите. Все остальные поднимаемся на запад наверх. Закрепляйтесь там, блядь, товарищ с бронзы, контрольте, блядь, ждите нашего подхода. Мы на ЕС идешь? Иду, иду, я к вам пришел. Воздух твой спокойный. Установил контакт над шахтами, не вижу пока никого. Понял, принял. Контролируй. Блять, там Ферузабад на под нами. Основной нужный триггер, да? Нет, там город огромный, блять, мы там охуеем. Вчера нам с Мазиком по разделу. По
Бронь заработал. Ранен. Живи, дымы, дымы, дымы. Все, пизда мне, похоже. Дымы, бля. Дымы, бля. Да какой у меня ебут, я отползаю, отполз. Лечусь. Дымы ставь, отходи, блядь, под дымами. Что за мины? Кто зашел на черный? Кто-то зашел на черный, блядь. Это враги, скорее всего. Оттуда и стреляли. Заходим, чистим. Бункеры проверяли? Смотрите, возможно, сейчас раскинусь. Метку я себе поставлю. Сейчас лечусь, сейчас поставлю. Ну, почти актуальная. Между этими бункерами. Цель 3 сейчас сводимся, просто только перебросились. Готовим почти. Вертушка АТ 24 на дальней. Да. Шахт работает. Да, стреляем по бункеру. Партизан, большая метка на вас актуальна. Вы, блять, мне камень. Плевать прям плотно. Нет, нормально. Да, прям очень хорошо плевать. Бля, нас сейчас СПГ разъебет. Цель 3 кристалла. Пошла, включая дым, кто может, корректируйте. Бункеру быстрее медика, срочно, блядь. Первый бункер на подъеме. Неизвестно, неизвестно. Зачищайте коричневые. Прикрывайте. В зоне. Я понял, тихо. Ну, я на бункере, где кто? И несу, несу, несу. Ложи. Давай, давай, давай. Круговую заняли, блядь, все по сторонам. Медик лечит, все остальные по сторонам. Савариус, север, северо-запад контроль. Кто-нибудь наблюдает цель 3, можешь скорректировать? Шахт, стреляли по бронзе с шахты, прием. Внимание, ДВ-5, ДВ-5, всем ДВ-5. ДВ-5. Там говорит ДВ-5. Всем ДВ-5. Переходим на ДВ-5, и метко актуализируйте все, ДВ-5. Алды. Ищу метку. Поставил черный крест. Ты минус сюда попадаешь. Да, бои, бои. Зову, зову. Принял. Кто к нам стрелял? Кто стрелял? Свои. Брата на дальний? На дальний прием. Чё, как вас дела там? СПГ зачистили, они его бросили, отошли. В шахтах враг, блядь, лечимся. Рина, не может быть, мы перепроверили. Раз, пехота, подтягивай. Солдат. Дронго. Дронго на связи. Приняли. Дронго, что ты говорил, Рина? Рина не может быть, у нас страшно в другую сторону. Хорошо, где? Понял. Значит, это вражеский. Разъебанная бомба. Финистер на дальний? Финистер на дальний. О, блядь. Сейчас факсы подойдут, а... Ко мне хуяли. ...и отвези их в фалат, хорошо? Хуй знает, где есть, честно. Я ищу, блядь, с востока. Фалат, фалат, фалат. Откуда ты с востока? Принял. Да, я на метке СПГ, блядь. Уточню, Фоксов вести пола? Да, Фоксов, только Фоксов обойдет. А ты по старому плану? Еще раз не понял, принял. А ты по старому плану? Что там, бронза, блядь, жить будет, нет? Держите пока нос. Шо? Шахты контролируете? Да, смотрю. Внимательно смотрите. У меня железяка. Первый тоже смотрю с оптики. Давай. Штаб миномет говорит, цель 3. Надо взять СПГ и нахуячить туда без люлей. Хочешь, возьми, стреляй в шахту. Штаб, ответь миномету. Не, пойдем, притащим СПГ. Мы вас приняли, если что. Крузрой, следишь, выставляй это серое металлическое такое здание. С окошками. Из рифленого железа, да? Да. Там враг? Ну вот, там окошки есть открыты. Стекла разбиты или там просто открывается ставни? Не, я не вижу, просто голые окна. А у врага есть миномет, да, прием? Да, у врага есть миномет. По алдам работает миномет вражеский.
окошке там говоришь? По алдам ЗУшка еще поверит. Ну как бы открытые окна. Бля, я не вижу, похуй. А ты сильно не высовывайся под ЗУшку, пожалуйста. Нам тяжело тут, раненые лечимся сейчас. Так, кто-то бегом зарядите мне, блядь, эту поебень. Секунду, бегу сейчас. Куда ушел? Проверь. СПГ на дальний? Там снаряд рядом был, парни. Сейчас все будет, бронза, лечись нахуй. Не, не, не отвлекайся. Я наблюдаю, блядь, кровяную тряпку. ВП-4 чисто. И оружие все в руки, блядь, держим на изготове, потому что может снизу подняться в любой момент, блядь. С шахт, с запада, с юго-запада, с запада. Контролем внимательно, блядь. Карты позакрывайте нахуй, они вам нужны. Как зарядишь, сразу говори. Я ваши карты. Максимальная бдительность. Майонез, если не получается, забей хуй, блядь, долго это все. Я просто смотрю в оптику туда, блядь, я тебя понять не. В шахтах первых. Где? Вот где? Под элеватором, угол здания, где вышка стоит. Рубероид с оптикой, вот. Убей его. Да. Только что выходил, смотрел на нас. Зеленая вышка перед забором, вот этот угол. Какой высоты еще? Еще принеси, Бовкин. Ого, принеси, ого. Только другое, блядь. Хорошо, а ты как отработай, пожалуйста, что ты до сих пор там работаешь? Смотри, туда нет. Да, вот этот угол. Блядь, мне в эту попало, понял. Еще мне выстрелы. На дальний. Не до этого угла. Мы на заходе или нет? Мы на шах. Мы лечимся, секунду. Санта, прием, живой? Проводим на бункер миномер, наблюдаем лично. Сыворотушка отмена, 75. У меня 80. РПГ. Блять. По бункерам разбежались. Медик, затащи его в бункер, блядь. Где выстрелы, блядь, от этой хуйты? Так, стоп, к шахтам свои по пескам подходят двое. Алды, Самаре. Связь. Ты все еще за вас. Мальчик, там я не бьешь. Я за шахты бьюсь. Блять. В шахте враг. Понял, принял тебя. Метку дай. Кто ящик забрал, блядь, вы еще раз спрашиваете. Раб, метку вам поставил. За зданием, блядь, за зданием. От нас спрячутся, сидят. Вижу вас двоих. Физик есть, физик, лей ему. Возьми счет. Лей физик. Залей, блядь, и он поднимется. Сейчас надо повторять, грант у нас не является триггером. Гранта не является триггером, прием. То есть это я либо приор, либо вест, прием. Правильно? Триггера, либо приора, либо веста, прием. Там свои ра подходят, аккуратно. Ра, живые, прием. Еще один выстрел. Не надо.